Выиграло в первую очередь население, убежден главный врач алданской больницы. Речь идет о переезде тубдиспансера в здание детского отделения. Последнее теперь располагается в отделении кардиологии. Сердечники получают помощь на базе терапевтической службы. Для чего была нужна столь масштабная рокировка, выясняли наши корреспонденты, побывав в гостях у новоселов. В здании, в котором теперь располагается алданский противотуберкулезный диспансер, история богатая. Первоначально это был детский сад. Затем здесь размещалось детское отделение. Летом в отдаленный микрорайон переехал тубдиспансер, ранее находившийся в аварийном помещении в центре города. Коллектив доволен тем, что условия работы и приема обслуживания больных значительно улучшились. Здание отремонтировано. Детское отделение теперь размещается в части трехэтажного здания, где ранее находилась кардиология. Стоит отметить, что речь о переводе педиатрической службы из отдаленного микрорайона на территорию больничного городка шла давно. Близость к реанимации, близость к кухне, то есть питание горячее непосредственно поступает быстро очень к детям. Реанимация рядом, это тоже играет очень немаловажную роль, потому что бывают разные детишки, разные заболевания. В детском отделении теперь удобный физиокабинет, просторная столовая, уютная игровая, также оборудованы двухместные палаты для матери и ребенка. В новое здание тубдиспансера переведена БАК-лаборатория, ранее функционировавшая в поселке Ленинский. Рокировка всем сторонам принесла только пользу. В данной ситуации выиграли все. И медики в части условий пребывания своего, ну и прежде всего больные, конечно. Самое главное, что все эти мероприятия, которые нами проведены, они не понесли каких-то серьезных финансовых затрат. В Алдане теперь нет отделения кардиологии. Такие восклицания не редкость, однако они лишены объективного основания. Кардиологическую помощь люди получают в полном объеме. Но коечный фонд, который был в кардиологическом отделении, все 25 коек мы сохранили. Вот. Также сохранили все ставки врачей. Они базируются в отделении терапии, на этаже, где находится неврология. И это дает возможность нам открыть отделение перечисто-судистые койки открыть. В планах у руководства Алданской районной больницы перевод службы скорой помощи в главный корпус, где в шаговой доступности гаражные боксы и приемный покой. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.